Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Итак, всем привет, мои дорогие подписчики, а также гости. Продолжаем парк юрского периода. Так, у меня сегодня... Ну, я таким, знаете, скопом буду записывать. И, наверное, уже в конце... Да, уже самой истории или там глав как-то буду. Непосредственно, да, все свои, так сказать, прощания записывать. Так, эра позднемиловый период. Ну, хорошо, ладно. Итак, я на чем остановился? На то, что у меня два вот таких вот здоровья, у них плохое. Угу. Так, а чтобы мне их... Так, ага. А чтобы мне открыть, мне нужно там кормушки. Ну, давайте... 54... Давайте извлекаем ну или продажу. Так, вот это что значок? Непонятно. Так, чтобы мне кормушки эти открыть, нужно инфраструктуру, да, развивать. Ну и плюс нужно деньги. Но кормушка это для... Но это для этих, для хищников, да? А это у нас смотровая галерея. Ну, давайте смотровую галерею, наверное, где-то... Подождите, я что-то не понял, а это как они будут смотреть это... Ничего не понимаю. Ну ладно. Если игра так ставит, ну, значит, я так понимаю, ставит. Вроде как и вращать не... А, вращать Z. О, вот так вот, да? О. Хотя... Да, пусть идут сюда, чего не будут, да? Значит... Хотя бы зарослях смотри, да? Не особо. Ну да, давайте вот так вот. Дальше дорожку нам. Да давайте обычную, наверное. Обычная широкая. Так, ты чё подошёл? А, наверное, посмотреть, что да? Кто здесь и что здесь. Так, и у нас, по-моему. А люди, а чё вы не ходите? Я же это, убежище построил. А, открыть убежище. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. 各位先生女士，作为预防措施以及为了您的安全，请至于您最近的避难所避难。А, то есть уже не нужно, да? Господа, приносим извинения за все неудобства во время недавних аномальных явлений. Так, блин, они сами должны, блин, сбегать, дебилы. Так, гости, вот убежище защищает гостей острова от бури, сбежавших людей. От бури, а от дождика ни хрена, да? Ну окей. Туалет мы поставили, по-моему, уже, да? И фастфуды. Ну, это магазин подарков. Доходы 120. Так, у нас 100, да? Ну, можно... Давайте немного прибавим. Так, и немного прибавим. Это у нас, по-моему... Вот, фастфуд. Фастфуд обязательно... Люди будут кушать. Кушать захотят, будут. Хотя, да, доход так себе.
Так, что у меня еще есть у нас, да? Давайте еще посмотрим. Подарки есть, у вас вот есть, туалет мы построили. Пока он бесплатный. Есть зал игровых автоматов, станция Монорельса, бар, одежда, боринг. В общем, до хрена всего, что нужно изучать, да? Угу. Ладно. Блин, надо вот где-то здесь. Нет, это не здесь. Стоп, а где у нас? Так, да блин. Скорее всего, наверное, там, да, должно появиться. Так, финансы, давайте взглянем. Ну, мы, в принципе, в прибыль неплохую имеем, но этого мало. Так, исследования. Давайте посмотрим, что мы можем исследовать. Я бы вообще хотел улучшенные здания, да, здания доступные. Ну-ка. Штурмовые станции, транспорт. Ага, это что у нас доступно? А, магазин одежды. Ну, если честно, так себе. Магазин одежды. Хорошо, так, это у нас есть. Лекарственные. Вот, лекарственные препараты. Это у нас паразит. Да? 125. Вирус. Созданным. Ага, но это у нас есть, да? У нас есть вот такой вот. Давайте его изучим. И я бы изучил бы, знаете что? Так, нет, подождите, а где? Ну, это улучшение, да, я так понимаю, станция рейнджеров. Подождите, а где у меня... А, вот, кормушки, скорее всего, где-то здесь, да? Зал обитания, улучшенный надземный кормушек для травоядных. Вот оно. Требует исследовательских центров 5. Непонятно. Ну, хорошо, 5 так 5, я не возражаю. Тем более, у нас все равно сейчас... Ай, по-моему, да, все-таки у нас, да, они все-таки умрут, эти двое. С некоторыми так. Динозаврами ваши гости хотят познакомиться поближе, но не могут. Постройте объекты с хорошим обзором. Только не перепутайте, с какой стороны защитного стекла должны быть посетители. Ну, я, в принципе, да, я понял тебя. Да, я так и сделал. Да. Да, что у нас вот туда смотрят, да? И здесь же должны где-то кормушки стоять, да, у нас. Ну, он, да, есть один, но он, правда, по-моему... Хотя нет, здоров. Вот еда. Блин, а как же тебя и с едой-то? Так, санитарные требования. Так, так, так. База данных Буланген. А, это нам типа расскажут, да, про него? Что он, чего он? Нижний травоядный. Хорошо. А есть какие-то дополнительные предпочтения у тебя, а? Общительность. Не особо общительные. Аппетит, метаболизм, так, пастбище 2000 лет. То есть ему, в принципе, все устраивает, да? Хорошо, если тебя устраивает, значит, пока ты живи. А вот, вот этих, по-моему, нифига не устраивает это. Да, он уже помирает, бедненький. Ну-ка. Болеть может заболеть просто... А, в обычной простуде. Mm-hmm.
Блин, а можно как-то тебя продать, а? Там вот говорили у меня задание продать его. И вот неминуемый итог. За жизнью следует смерть. Наверное, вы спрашиваете себя, был ли шанс ее предотвратить? Да нет, ответ, конечно. Конечно нет. Смерть неизбежна. Ну, в нашем случае можно отсрочить ее. Что ж, вот тут уже возможны варианты. Не знаю. Но мы на самом деле могли бы это все предотвратить, если бы я понял. Ну, вот если бы у нас кормушка была бы. Так, где у нас? Вот он. Поехали-ка на экспедицию. 60. Ну, а больше, больше нет или здесь есть? Ну, это все у нас хищники. Хищников пока брать не будем. А, подожди, а сколько здесь ты просишь? 108, нет. 108. 76, 75. Ну, давайте вот сюда вот. Летаем. Я надеюсь, что как-то про так, по сути, кормушка для небольших травоядных. Ну эх, если бы я знал, где бы эту, блин, гребаную кормушку сделать. Так, этот у нас вывести, этот у нас 69. Ну-ка, а если модифицировать тебя, ну, скорее всего, у тебя будет, да, живучесть, да, попадет, пропадет, но рейтинг при этом возрастет. Ну, если так себя перспектива, ни о чем. То есть атака, да. Причина смерти динозавров — голод, обезвоживание, бойход, тра-та-та, ну понятно. Продолжительность динозавра зависит от показателя улучшения, так, генерировать. Того избежания заболевания, служба перевозок должна в свое время возить мертвых динозавров. Ну давайте. Чего? Мутация, блин. Давайте еще раз. Ну и как по-вашему я должен это, кормушку сделать, блин, если ее сразу не даете? Ну это, блин, это точно для, ну там прям написано, видите, прям для этих. А, не, хотя и для... Вот это для мяса, а вот это непонятно. 150 тысяч, а сколько у нас? А у нас всего лишь 11, да? Ой. Ну, сейчас тогда мы что-нибудь изучим. Так, выпускаем. Нам люди должны побольше приходить. Дамы и господа, рада сообщить, что парк доставлен с трутями. Хорошо, хорошо. А можно как-то билетики? Нельзя, да, билетики. Так, ты, о, нормально, извлекаем ДНК. Извлекаем ДНК. Ну и продаем. На 136 маловато будет. Так, давайте их отправим еще куда-нибудь. Давайте вот, ну, сюда пусть летят. Летите, голубчики. Не, прикольно сделано, прикольно. Но для этого нам, кстати говоря, еще знаете что нужно будет? Вот, обезвреживание, а также уборку туш мертвых животных. 400 тысяч. Ну да, это, блин, не хухры-мухры, слушайте. Это что, это горы?
генная. Так, это у нас какая-то птица. Добавляет ген, повысит атаку, стойкость. Повысит атаку и защиту. Ну, это, если честно, не особо. Вот. Это повысит продолжительность жизни и стойкость. Но это 75 тысяч. Я бы сейчас, если честно... Да, если честно, не особо... Да. Нужно, в общем, 150 тысяч. Здесь, я так понимаю, это... Так, вывести... Или нет, подожди, как вывести? Не, стоп. Вот, выпускаем динозавра. Мне доложили, что вы успешно подсчитали численность динозавров. Вот так и создается репутация. Вот. Что ж, поздравляю. Ну, вас. И вот... Неважно, что говорят остальные, только наука решает быть или не быть чему-то. Иногда даже одновременно. И сюда вот ставим. Вы улучшили наше положение, равно как и свое. Кормушку выдает корм. Я с большим интересом наблюдал за тем, чем вы занимаетесь. И я несколько разочарован тем, что доктор Дуа поручила вам это задание, не поставив в известность меня. Мы с ней обсудим это позже. Ну так а чего вы ко мне-то докопались? Ну так и обсуждайте. Разные динозавры питаются по-разному, как и люди. Убедитесь, что в загоне размещена подходящая кормушка. Я вот, к примеру, мясоед. Ну да, вот. Скорее всего. Да, ты? Динозавр. Всякому живому существу нужна энергия для поддержания так, жизни. Так, выдача каждая. Еда. Вашим динозаврам тоже нужно есть. А сейчас они голодают. Давайте каждые 10 минут вот так вот поставим. Да, каждые 10 минут. Так, что у нас с окаменелостями? Ну, это естественно... Нет, подождите. 22 тысячи. Давайте извлечем. И это извлечем. Так я уже про этого знаю. Чё ты мне игра? Ну, кушайте. На здоровье. Ну-ка, вы смотрите? Смотрите, как едят динозавры. Но я бы, если честно, наверное, еще бы... Привет, я Исаак. Слышал о вас много хорошего. Ну, слушай тебя. Я отвечаю за отдел развлечений. Так. Какой смысл создавать лучшее шоу мира, если его никто не увидит? Не отвечайте, вопрос риторический. Ответ банален. Парку нужны зрители. Привлеките посетителей. Заполните нашу территорию людьми. Больше народу, больше хлеба, зрелищ и возможностей. А, это, конечно, интересно. Так. Увеличить прибыль от заведения для гостей парка примерно до минуту, да? Ну ладно. А чё, мы будем все брать? Так вот, чтобы... Да, они же... Как-то будут, наверное, с друг другом не то что драться, но... Давайте где-нибудь еще вот... Здесь. И здесь каждые... 10 минут. О, ну видите, а этот прибежал, а то ему не хватает. А может еще кто-то прибежит. Но с водичкой они, если что, здесь попьют, да, я так понимаю. Так, и нужно, знаете что? Ага, и у нас... Где ты, блин, в зарослях? Вот ты. А, ты уже все, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Плохо, то есть ты не дотянул, да? Чуть-чуть не дождался. Да.
В общем, надо 400 тысяч для того, чтобы нам еще... Так, ну нет, вот сюда. Так, давай-ка полетели. Мы сейчас будем продавать и заработаем много-много денег. Так, давай сюда. Ну... Так я же... Блин, вот... Странно, ну вот игра, зачем сделали так, что если я уже изучил этого чела, да, зачем снова делать это? Так, вы видите, выпустите динозавра вида трицератопс с 50% биома, точнее, да, трицератопс. Во! А слишком дорого. О, у нас хуянозавр. На, хуянозавр. Надо будет, кстати говоря, его потом сюда его тоже. Правда, единственное, они, наверное, будут драться. Но не факт. Прошу прощения, но не факт. И можно, знаете, что вот сюда вот, вот так вот прокинуть дорожку. Вообще разделить. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот, да, пополам. Вообще, сколько он... Можно как-то статистику... Так. Скорость комбации, но это не совсем нужно, не так. Блин, вот как можно узнать, сколько... Вот сколько это площади, да? Вот непонятно. Угу. Или как-то можно узнать это, а? Чего вспышка? Собака. Простуда. Да. Черт возьми, у вас заболел динозавр. Пора его вылечить, иначе... Иначе разбираться с последствиями тоже вам. Естественно, мне. А кому же еще-то, блин? Хреновенько. Так, ладно, давайте посмотрим. Они вообще... Так, давай-ка, давай. А, еще время на возвращение, да? Так, подождите, а вот где... Хорошо. И давайте мы... Нет, подождите, Цератос. Вот где мы находимся? Вот кто бы подсказал, где наша вот база здесь, блин? Давайте сюда летим. Так, пошли в окаменелость. Значит, мы это... 72. Да, продаем. Продаем. Продаем и продаем. Так, сколько мы набрали? 400, отлично. Нам нужна инфраструктура. Так, команда рейнджера занимается ремонтом зданий и объектов. Пополняем кормушек, да? Или чинить динозавров. Вот. А, ну, послушайте, так у меня же есть этот или нет у рейнджера? Вот она же есть. Новая команда. Чпок. Да, добавь. А, у меня уже была команда. Еп, твою. Так. Лечение динозавров. Динозавры время от времени заболевают, их здоровье может серьезно ухудшиться. Откройте карту и быстро найдите заболевшее животное. Так, выберите команду рейнджеров на станции R и вручную прикажите им заботиться, назначить соответствующее задание. Рейнджеры вводят лекарства динозавров с помощью ветеринарных ружей, находящихся в задней части транспортных средств. Окей, так, значит, новую задачу. Вылечить, и у нас подтверждаю задание. Окей, все, ты езжай туда.
Так, хорошо. Можно как-то тебя открыть? Вот. Вторая команда. Добавить задание. Нет, не вылечить. Больные динозавры не обнаружены. Угу. Сигнальные ракеты это. То есть я зря купил, да? Нужно было осу купить. Где у нас? Вот. Оса для того, чтобы вывести. У нас там мертвые животные есть. И вот как раз их-то и нужно вывозить. Только единственное, что нужно теперь... Так, нужно куда-то ее... Блин, пришпандорить эту бандуру. Вот такие здания большие, а земли так мало. Ай, хорошо. Мало. Ну. Пойдем отсюда, так сказать. Ох, сейчас будет этот энергия, наверное, сейчас гребаная упадет. Так, здесь у нас, ага, ну, давайте извлекаем хищник. Кто у нас? Хищники. Непонятно. Ладно. Нужен хуяма этот. Вот, хуяма динозавр. Чего нету? О, нету денег. А, у нас только 104 тысячи. А это эдмонозавр. Ну, это у нас есть. Этот у нас есть. Не вижу его смысла пока что покупать. Вот, давайте этого выведем. И, надеюсь, 70, да, генома. Он у нас же есть уже 70. Ага, хрен, я губу раскатал, я понял. Так. Так, перевезите или продайте динозавров без сознания, уберите мертвых динозавров. Выбрать. Так, где-то он здесь у нас, слушайте, где-то здесь. Где ты, блин, динозаврик? Вот тебя теперь писец искать. Ну что, пойдем по зарослям. Будем искать тебя, динозаврик. Ну, по-моему, что-то я особо их... Слушайте, или они сгнили уже? В общем, превратятся в окаменелость, да, и... Да, ну-ка. А, это типа... Нам показали как для примера, да, типа, что ну, что мы можем потом их вывозить или продавать. Да, кстати, нужно продать. Продайте динозавра. Так, что нам нужно? Так. Медицина, выпустите, передайте динозавра. Стротимим. 48%. Так, а где-то у нас он был. 48 здоровья. Блин, а где ты у нас? Слышь. Альфа-самец. А это... Сколько у тебя...
А, геном-то у тебя какой? Модификация 0. А, ты чё, сдох, что ли? У меня модифицированные, а? Серьезно? Да. Ну, ладненько, так сказать. Закончим, да, этот эпизод. И пойдем, так сказать, дальше. Так что спасибо за просмотр. Да. Пишите комментарии, в общем, лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Ну, увидимся, как говорится, всегда в следующем эпизоде. Вот. Ну и напоследок, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи и увидимся.